Үтүү күнүнэн күндүк рачуларби тэхиги бужук ускай берини. Көрөгойду балаганыйын сүрбэхэттис күнэ Саха Республикатын сүрінтетін күнэ. Бу күн тэхінча 909 сыл Республикабыт саңа көмінағы сайдыйтыгар бастыка калаты урбут историческа солталақ кәрі бәлі күн бұхытнан үйе сас тухары үрүләхтік ақтылар. Историяны Джон Оңурор, Сахабы Цирин Убин Министерстветтин сүз сыллағы историята дерин сиристах мұдуқтах. Наркомат Антон Уп Министерстветі болан республикавыт госдарсынныхын сайдыдыгар сүнкен кылаты келер біде. Уважаемые друзья, жители нашей республики Саха-Якутия, от всей души поздравляю вас с праздником Днем Государственности Республики. Эта новая веха позволила в новом качестве раскрыться нашей республике. С этот период, пережив тяжелейший период 90-х годов становления экономики, последующие годы раскрыли весь потенциал нашей республики Саха-Якутия. И сейчас наша республика является одним из самых динамично развивающихся регионов. Понятие государства накладывается не только право, но и огромную ответственность и обязанность. И труд наших граждан на благо нашей республики, на благо всей нашей Российской Федерации говорит о том, что мы достигаем значительных успехов. Я бы пожелал вам крепкого здоровья, такого же производительного и самоотверженного труда, счастья и благополучия вам и вашим близким. Конечно, начало образования Министерства финансов Республики Саха-Якутия берет начало от декрета в ЦИК о создании Якутской автономной Советской Социалистической Республики. И в этом же декрете стоял пункт о создании наркомата финансов СССР. И уже 26 мая 2022 года было утверждено положение о наркомате финансов СССР и был назначен первый нарком финансов Викентий Вячеславович Бирюля Белыницкий. Родом он был из Минской губернии, из Сыльных. Так? До этого он возглавлял буквально два года уездный городской финансовый отдел в городе Якутске. Но при создании республики уже появился наркомат именно республики финансов. Так, и он был назначен первым нарком министра финансов. Сам он был из Минской губернии, из Сыльной. Конечно, первый бюджет – это был просто свод сметы доходов и расходов. Это было буквально 2 миллиона 400 тысяч рублей на тот период. Система налоговая или пошлина, она была очень не сильно развита. Был натуральный обмен развит. А последующим был назначен Семенов Алексей Алексеевич, министр финансов. Очень колоритная личность. Здесь у нас представлены его записки с Максимом Горьким, тогда вот пролетарским писателем номер один того периода, так, где он рассказывал, как он был назначен наркоматом, наркомом финансов СССР. При этом он еще до установления республики, да, Якутской автономной Советской Республики, он занимался разработкой золотодобычи, добычей свинца, был такой разносторонним человеком. Здесь даже есть книга, где они с женой присутствуют в Милане. Нестандартно. И вот когда Максиму Горькому он написал один из случаев, который его выделяет, он сказал, что он напечатал 30 миллионов рублей, это было уже в 24-м году, да, в 22-м году, ой, в 24-м году, напечатал 30 миллионов рублей на винных этикетках. И тогда из центральных органов за этого пожурили, но он говорит, но зато мы их пустили как в оборот, чтобы заменить товарный натуральный обмен. И там же пишет он, что они затем пропустили оборот, они их изымали и уничтожали. Ну, оборот они сделали для оборота товаров. Это вот Семенов, посвящено именно ему, очень достаточно интересный человек.
Было очень большой, конечно, дефицит кадров. И вот у нас есть фотография, когда уже в 1933 году начался выпуск первых работников финансовых органов. Здесь есть фотографии 20-х годов наркомата финансов Якутии. Представлены денежные знаки, которые обращаются и в царский период, и в начало периода 20-х годов. Бо Министерство финансов система Тегермин, тыгынча тогыз жүз токтогон төрт сыллаха келбитим, финансовый техникум бүтөрөм бара, финансово-кредитный техникум. Онтон келен улуска үлелиги дивитим, корахт фин органы рүлелавитим, онтон де хетте он төрт сыллаха үдүгөрө бүтөрөм бара, мын Иркутский институт народное хозяйство институтун бүтөрөн. Манна именно министерство үлега кирбит. Оны кирем барам, мен маннай контролер ревизорнан, отдел промышленности үлегетим, бухгалтерия үлегетим, бюджетный отдел үлегетим. Ол кеннеттен тыгынча 915 сыллаха меха отдел кадров Дмитрий Егорович Петровтин барыты, начальник. Ол кене миген. Елизавета, мен аны кырдам де үлөбеттен барарым чугахата. Ол эгин билеген мен онун оор начальник боларга эгин кепсетабинген миген ыңырбыта бээтигер. Онно мен маннай, конечно, соойбутум. Бээм дегенен финансист боллагам ди. Экономист, бухгалтер. Ону отдел кадров үлөтө ары ырахан окус болору дуулуна, тем более начальник отделам ден. Хадере сохибутум. Олгунан баран Дмитрий Егорович, он, конечно, ляхай убастыр бейм. Били эрде улягаларга ген. Мен кенне угыттам шуэддег олох алтыган улялир этим. Олиген боллар тебя кыджик толкуйданым дебит. Толкуйданым баран мынча. Олыс ойр толкуйдама дебит. 200 хонуғынан этер дебит. Онтанча он ойнаты. Яны үлелер серінен үлелерін бін оннатын бәем, яны бітті алтыған көпсетен, маны үлелер бін, өбілер бін, есіпін бәем тұрғым оннық. Оны сөбілі әрім болу ден, тәтчіға документмін үтчіға оңыра отту ден, кейрен әттәм де. Вот. Онна де, ол ағуан төт сылтын. Бүтүтөте, онтон ағуан бес сылға де, мен ол должностка мейін министр бригаданан де, начальнигынан анавыттар. Ол он нөлі лиғы жамын мен ерге министерства біле, Кирова тұрар деға. Барта жону күтті өлі әбін үләхеттер біт министерствоға аппаратқа сүстен тақа кейеті біт, сүстен ағыз кей көрдігі де, штатный расписание. Онна бары хастақ жөнеділер. Сәрігеніттен бары үлелебетші, прямо 34-дүнші ғыл үлелебет жөнір, ұтуғы бұ, аны пенсия бар бар бұттыр, баран істілер. Оны мен бұ, қайдақты бұ, жөнір олық баран алалдар, онтан кәннеке бұ кенлер тұстарынан тұқты қалбат, қайдақмандық бұ олар ген думайдамын. Дмитрий Егорович меха әрді бәді қомуй бұтқымағыларын, онына әрді кем болды министерінен қаған тәрілеғіттен үлелебітінеген берді ғаджи. Ол құмағыда бұқуалына бір елес әрі. Бір елес, онына сылдар әрі балар, онына тоқты соқ. Оны ғоу, бұманны қайтты қолды, мен оны бардың жа білекпін бардым, олеген жа қыры-қыры бреме боламын қағыстағым жи. Онына архив курдук бия отдельно хуғаты ведомственной бияне тух бюджет материалын барытын де бир қосқо семени хеллер еті. Он туғалара бир ыскап та хуқ, тух та хуқ барыта. Только личный делалар гене мен ярысты ғыджамын де. Ой, тух та наға чугай арас жоннар үлелебеттер де, чугай байы. Деманы күрдік бұл кәннеке, менді кәнне беттен кәлер поколение күрдін деммен. Қадары маны барытын қомыян де тұқтан, бағыр музейді оңыр бұл кейді ұлтын материалы қомыян деп ұтым.
Онтон тынча тоғысыстығы, он тоғысыллаға, хана дияғы стақ бүті бөбіленгі бұтырап дияға. Онны күхан барамыд, анара мені ұзда тоқ бұтығар болар дебіт бүкан әді. Адделіне қосыген күйен күстір күға қоғады. Ол еген болар тоқтау бұт. Манны күхан кәлбіп бүтінгені екі тыынча бір ұллаға Берёвскин Эрнст Борисович министр болмыда. Эдер. Оны мынны ханы де болан әлбәк қостырығын бар әтілер. Оны де кейрен кәпсетті амде. Эрнст Борисович бейдеме бұл отдел кадрға болы үйеті біт. Антонова Раиса Николаевна Барашкова Августа Спиридоновна ден. Үлігіттерді ағатым, олы рұғытта десу білі әммет. Жан материалы қомыян сабағар тұрғыр суққан ада ден болы. Финансовый техникум бітерен баран. Направлениянан усияна лугугар депутатскага тиен управления үлләбдим бюджетная инспекцияга онна 15 елга дерелелән замначальника булык парди үлләбдим аттан манна минфинга келбидим анна отдел образования үлләгал биттара улустан келбиппер онна Вера Никифоровна Иванова начальника те ол отдел образования культуры СМИ наука и ВУЗ курирую дуретилер, он на мен специальное образование, какие-то образование, школалары, десятеры, камнастернары, это вид. Он лирик, я мне тигар, то он бесил там, это улари был лагать. Он школалар, доктора камнастера дехаду, школа вот он сюда тут там вот там арбол бутера, он это улавар бута. Субсидия, субвенция, дендер, амбастан он нас вот там, когда полухтаган, тар бы пыт, бюджет кирерге, бюджет он работал, тюнере, тюнике, тюкке дер, он работал отчевыт. Вот, он на отдел образования, он Вера Никифоровна, кандидат, Марьяна Семеновна Васильева, начальник полбута, окене кандидат, Ене Кентьевна Оконечникова, начальник тарбын үшу едік саны бін, олеген бәлетей бін еті. Онна самай бігін үшу еді өріп біт, ұлыстан ұлы үлелер кәммәр алтыс бұт кейм, әнна Инокентина Босикова, бұл финансовый система бігін бір сыл үлі әбітін де кәпсәтчі, пенсия әттон бес ағар бідді бар бұт, бейгітті. Онна мен туғанамын бұл білген ветеран советов бірседәтілдегі жабын. Бары ветераннары бұл үйбілейіне сылынан, сүйіс сылбытынан ететекстеніне әғардәлейбен. Нұқылғамны дұрубай болдыңнар, дек әргеттігер барыта үшігей болдың. Жәнін үлелігіден қастырдағаны Всесоюзный социалистический соревнование денеті финансовых органах. Бейді бігі бұл маңдық қығы бұлағылығы деп бұд. Всесоюзное социалистическое соревнование республика Ипсала министерство тен структураларын тан вот кабиарионер бик биттере вот ол таһанан боллана күрәктәги бяга италларете минфин бу маннык победителю социалистического соревнования ден коллективу коммунистического труда ден выпилнен италларете. Мен үләлер кәммәр министерінің, тоғыс министер көтірі әлес бетім. Онында болдана, бұл имитация кабинеті министров тен аттынар, бұл министер ұстолы Алексеев Иван Николаевич үләләбіті. Онында болдана, кені үләләбіт тұтағандар бұл портфелі бар, бұл маңнық. Онтон кәндікі Данилов Александр Петрович, Владимир Ильич Птицын, енден. Түгінші 912 ғылаққа мен министерство көспітім. И министерство үлілігі пенсия тақсық барлы үлілігі. Обсеянан бұл Ипсала министерство тігір
система тигр, вот тут там тахуля гнилонга тахсывытым. Эти сенилонга тахсам бараман уанчагыл бия совет ветеранов тем бар, уанчагыл совет ветеранов председательным лявтим, олиннигер бия сылкоддук председателем совета ветеранов Елизавета Ивановна Нестерова. Это улелявит. Он на Эльбах Паха улелявил дыбыта. Буманна тоғон сылдағы, если тарьер боллаққа, тоғон икке, тоғон үс сылдаққа, перестройка бөгі сағаламыта. Перестройка бөгі бара тұрар еті. Он на болнана, мен начальник бюджетного управления, кварталай бюджет пытының ұрар еті бит. Бүгін Верховный Совет көтігері біт, Верховный Совет көрін баран замечание бұға берін баран хасын, тоғыз он часқа уже бігі ағылан беректі апыт олейін, даже түйіндері дөлелдер еті біт. Сен баран баран әпетім көрдік председатель Совета ветераны Фүлелігінден бігі болғам тұмытын ұрар еті біт. Қадды ғара бұл музей бит экспонаты әлбәтінден келер поколения өддібіл қаларын көддік. Беге кенеге ең тағарар әте біт. Кенеге тағарар біт. Не открытық дверей музейге оңырар әте біт. Онны музей бітігер ең әлбәк кейесі дәрі. Школы доғылыра ғыддылар әті, среднеспециальный учебный заведение ең кәлі ғыддылар әті, даже корреспондентлар ең целый делегация кәлі ғыддылар әті. Оның бейі бастықы музей бұд, бұл министерстволар отталырғар болан келінер, атын министерстволарды кәлінлер опытылан бұқадық мандық тәрібі кеті ендейін. Онын ұлақан өліні ұйпыта Министерова Елизавета Ивановна әті вапросқа отдел кадры ғалайаларын. Кен яқы көмілі әріті отделің ләхеттері Барашкова, Августина Спиридоновна, Антонова Раиса Николаевна, ғамай тұтағы ләхеттер. Онын келінерге кеге мақтанын сөп, бұманны үші музей келінер. Амастан сағылабыттыра. Онны ровны бір сылы әрі бір гөл әләбіп біт, бір ведомство болын. Ол әме, тұны манна енәтті қа, әме қыраты қары сұғы тұқ бола ғыдден, кәннеке төптері тұспа оңыр бұттыра. Жол күрттіқ. Біле манна ен көпсәті қатты, онны мен, конечно, Брагинника, он алтачила ювелига, и так меня Владимир Ильич Птицын, самая там, конечно, перестройка время, это нахана министр Дэвида, то он это Аллах дери, ол он на кинеман на ктина пите, мне это его на министерство я упкати бия, книга велахтата, олох были хамай манайга мемуары. Үп министерствада Россия гене. Онтон Россия 200 сылыға рәме ханғаны 4 тоннақты оңыр бұттыра. Онтықалы рәме бігі әбіләк болын бар болуқтақ. Онна білген тон күраты көмет бұрысты тон дөн тоқтырғыр тоқтен әтәрігіна өнмен. Самай маннай бікілен үләлер министрім Хиневич Федор Викентьевич тенете. О Хиневич болар Федор Викентьевич, бәте ми Иркутской областта, нүбдік өрәқтәк, сәрі ветерана, олох, активный участник войны. Кені туғынан он төт сыл үләләбіте, министрам только. Ол тағынан өсі кені атын областқа білі Иркутская игра ген әме ұжы финансовая система өлелевіт. Толқы бір әті финансовая система өлелевіт кей. Вот. Наға бәді кей бұғытнан әліқа үші кей. Онына білі тұқ бар күрдегасты девекке, дірді девекке
Кахам бар кихикиниха кирен синете. Тохта кылхалах вопростер гамбаратым бахарарете. Он кецулаха Иван Николаевич Алексеев был бута министрине. Иван Николаевич, мия сери ветерана. Тет фронга баратыгар. Билим анна денетте сери сағалыны ағыттан сери бүтер дере. Дебет. Маннай сержант, он там капитан был бутыде. Вот. Он на 15 лет был министрнен улелевите. Она денет таха хаста съезд, созыв верховной такой депутата. Бета ляхай тох, ме финансово-кредитный техникуму бютерем баран, институту бютерем баран. И этот тухары был именно финансовой эгеон улелевите. Он на министрнен промышленности вин улелябите, стат управления начальнина улелябите. Вот он то на мебу министерства акрбите, а еще председатель, город председатель на мебу улелябите, Якутский город. Вот, он бегите министр дэрэ бартын, кинлэрэ гытта олау бирге улелябит буза министр дэр баллар мина гаяхтылы просто этэрэ гынабын. Иван Терентьевич Трофимцев тен бар. Бул кихи боллар за министра онна отдел доходов начальнигына улелябите. Кини кергене бу Ахмедулина Магрифа Абдулловна ден главный бухгалтер. Улелябите кэнники хылларка. Эми үйлерін тұқары бұрыта үйп систематығыр үлелебет жандыр. Сеннері білеген эми бұ экономика тұғыр отырсылығыр үлелейлер, только манна оқтыр, Новосибирский кабалылар, икі оллақ әтілер, олыра манна оғылыра балылар манна Якутскайға. Онна самая том, мен бірге үлелебет тұғым бұ Михаил Николаевич Павлов тен. Павлов Поллар дебли тухту кеттеха корифей олухами, ютен тухары ми финансовый бетерен баран, ми институту, Иркутская институту бетерен, заочно бетерен баран, замминистр дэвите. Вот. Кини бо беге история бутын тухтур бутугар, именно бюджет оңағутун, кайдаға оңағуларын, структуратын, барытын кини суруй бута. Беге маннайгы кенеге бетегер, беге самай маннайгы кенеге тақылыта түгінші тоғысыз, таксетті 15 сыл болар бұтыгар. Вот. Он ол кенегеға основатын бұл Михаил Николаевича статията. Именно ол периодтан бюджет қайда қоңғылығын, қаябытын, кене историятын барытын бұл кене құрып бұта. Бәді, собственно, ручна. Вот, он на кинине гыттатон бирге, кини иннине Афанасий Лазаревич Савин ден барыта. Ме Олохманнағы саха кейті, самый первый академия үрау бітер бітті, финансовая академия ден барыта. Ол академияны бітер бітт бұл олырыр. Афанасий Лазаревич білі әтергі дылы светлая голова деретілер. Просто лох... Нага өйдөх кихи, онна билим, анна денетті хаде бу министерствага эми үйетін тухары үлелевит кихи. Кинини гытта бирге, бир периодка үйерэммит, бюджетная отделга кэнники, ол иннина замминистр дэвитигин Зоя Федотовна Живлакова ден барыда. Мин тыгынча тоғысыз, сетті он тетсылдаха мин финга кэлэн туха, бюджетная отделга замначальника бу Павловка кибитим улелявитим онно ол Зоя Федотовна Миха Улаханнык тоқ бар күйінен мен бәем де білбеппін тоғы Миха наға жүйдік сығынна әрете онна Миха просто көмілі әрете отча тағыта барыта лимитінен оңырабуд онна сотнан мас сотнан сот турете біті онтан кәннеке еті стат управлі арифмометр ден кәлбіте ты сус пөғы Улхан бағайыма сыналақ әтіпет, Аннан Акентевна Бошикова ден, әме беғін там таққа ғылы бұғылылабет, Бошикова ден инспектор бар әді. Ол кені болылар, тоқ бар әді, өріқ систематын бұрдың кеніге айыр әді.
Аучаотовым. Республика генин барытын. Ол якени массына та, тохта тыс та тыс эте. Онтан итис якени кити били японская учеба ай соттур. Массына кальбете вертасиба ден. Арыйде оскуй бопутонна. Отделы бутыр кабинетка би сеттеки хелорор эти бит. Асадаттан кеханга дери тах тыс успеха. Вот он ну курдук чабу улелеви джон норбутун мин кинлер тохтары гарсу гурьян Аллах улахан махталбун биллерен Аллах просто мин бу джоннору маннык вечно маннык джоннор көрдүннер кинлер тустарнар биллинер дем минде бу музейге бу хамай хамай де тохтарга үстүндө барытын кинлер материалларын ол тохтур бутугар бу бирге тон кинлер оголоро бу материалдары нити ол бу сувенирдары нигин оны бу наградалары нигин барытын нити аглан бербит.